Заядлые рыбаки спалили 4 дачи. На первомайские праздники двое жителей Саратова отправились на рыбалку к одному из водоемов Аткарского района. Но до ловли рыбы дело не дошло. Мужчины слишком увлеклись спиртным. Они развели костер на берегу и уснули. Огонь же распространился на соседний дачный поселок и уничтожил 4 домовладения. Могли пострадать и остальные жилища, но вовремя подоспели сотрудники МЧС. Вместе с полицейскими они потушили пожар и спасли незадачливых рыбаков. Мужчины пытались укрыться от огня на берегу водоема в полуобморочном состоянии. Мужчины приехали на отдых, установили палатку, развели костер, чрезмерно употребили алкоголь. И заснули, забыв при этом об элементарных мерах безопасности. И выжили они только благодаря умелым действиям сотрудников полиции. В настоящее время на задержанных составлены административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.